Одним из наиболее простых способов приготовления мармелада является использование апельсинов и сахара. Такие ингредиенты доступны практически каждому и позволяют создать вкусный и ароматный десерт. Полученный мармелад лучше всего распределять стерилизованной ложкой в стерилизованные емкости. Незабываемым апельсиновым вкусом можно наслаждаться практически сразу же, как только он охладится до комнатной температуры. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Апельсины 1-2 кг, вода 1-4 литра, сахар 1-4 кг, количество порций 8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем приятного аппетита, жду вас снова.